Мы находимся в Турции, в городе Стамбуле, район Султан Ахмет. Друзья, приходим к вам. Хотим сегодня пообщаться на очень важную тему. Вы видите, за нами стоит Blue Mosque, очень знаменитая мечеть в Турции по значимости. С этой стороны находится Айя София, кафедральный собор христианства, который на протяжении тысячи лет служил колыбелью христианства. И мы находимся в очень историческом месте. Приходим к вам из Турции, Стамбула. И я хочу представить моих дорогих гостей, друзей в нашей программе, которые будут также с нами сегодня общаться. Это пастор Николай. Пастор Николай, мир тебе! Приветствую, дорогие зрители, в славном городе Константинополе. Спасибо. Пастор Алекс. Да, приветствую вас, возлюбленные, именем Господа из Турции, из сердца Турции. Да, и мы находимся здесь, друзья, не из-за того, что мы приехали как туристы или провести, отдохнуть здесь, в этом городе, в этой части мира, но мы находимся здесь с определенной целью и с определенным посланием, чтобы быть представителями Господа Иисуса Христа и быть Его, как Писание говорит, посланниками, которыми Он нас сделал в этой части мира, где так мало людей еще знают об Иисусе Христе. По статистике, Турция — это страна, где населяет 85 миллионов человек проживает. И только 5 тысяч рожденных свыше христиан. Столица Турции — это Стамбул, где мы находимся сейчас. Проживает около 18 миллионов человек. Это большой мегаполис. И только маленькая капля людей, которые слышали о Христе, которые знают, кто такой Иисус Христос есть, которые встречались когда-то с христианами или читали Библию. И когда мы ходим по улицам этого прекрасного города, смотрим в лица этих людей, которые живут здесь, вы знаете, мы одно можем наблюдать и видеть следующую картину, что в глазах людей безысходность, в глазах людей поиск истины. И поэтому единственная надежда, которая для людей, живущих здесь в Турции, туркам и русскоговорящим, и все, кто населяет здесь, это Иисус Христос. Вот по этой причине мы здесь, для того, чтобы рассказывать людям об Иисусе Христе, для того, чтобы молиться за них и слышать, что Бог говорит, и что в Божьем сердце, в Божьих планах, чтобы дальше проводить эту миссионерскую работу, достигать людей Евангелием Иисуса Христа среди турков. И я хочу сейчас задать несколько вопросов, Николай. Можешь ли поделиться, что ты переживаешь, ходя по улицам города, смотря в лица людей, общаясь с людьми? Какие у тебя переживания, что ты чувствуешь? Ну, вообще, с одной стороны, ощущение очень свободной страны. Вот когда приезжаешь сюда просто, совершенно другое, чем многие другие страны Ближнего Востока. Да, есть места, куда ты попадаешь и чувствуешь какое-то, понятно, что там все ограничено. Здесь в этом плане достаточно свободно, но с другой стороны, понимание, что ты все равно в мусульманской стране находишься, да, ты это видишь, это видно везде, это и по огромному количеству мечетей, которые везде есть, и, ну, по людям, и вместе с этим, одновременно с этим, понимаешь, что эта страна, находясь, как бы, ну, практически здесь же, в нашем в цивилизованном мире, она совершенно отделена, вот в духовном плане, она совершенно другая. Здесь, как ты сказал, процент людей, рожденных свыше, он вообще, это даже не 1%, это какая-то сотня, тысячная доля от 1%. И вот буквально тут через пролив, да, в нескольких километрах находится Европа, да, христианская Европа. А здесь же мы как бы так близко от всего, что связано с христианством, да, и вместе с тем, что здесь когда-то был, ну, один из центров вообще христианства, да, откуда даже в Россию пришло христианство в виде православия, да, тем не менее, это совершенно недостигнутая страна, совершенно не, ну, не достигнута Евангелие. Мы называем этот регион, это окно 10-40, то есть малодоступная страна Евангелием Иисуса Христа. Я хочу сейчас задать вопрос также. Алекс, мы с тобой уже здесь не новички, скажем, в Турции. По Божьей благодати Господь открывает возможности, и мы здесь находимся уже третья наша поездка, где мы проводим много молитвы, много встреч с людьми. Господь дал нам, подарил прекрасных людей среди турков и русскоговорящих. И вот на этот раз, в этой поездке, какие у тебя переживания? Что ты чувствуешь сейчас, находясь здесь в Турции? Я думаю о том, что как нужны здесь те, которые бы любили этот народ, любили турок. Они прекрасно, прекрасно относятся, особенно вот к русским, у них прекрасные отношения.
У них, когда ты говоришь, ну вот я говорил, что ну, из России, они сразу к тебе располагаются. И они с удовольствием говорят и о политике, и с удовольствием говорят о каких-то духовных вопросах. Они открыты для дружбы, они открыты для общения. То есть я бы сказал, что здесь так вот не хватает тех, кто бы любил этих людей, который бы протянул бы руку дружбы, общения и начал строить отношения для того, чтобы их достичь для Евангелия. Да, вот поэтому у меня вопрос сегодня к Николаю, а также и к тебе, Александр. Почему мы говорим о том, что эта страна не достигнута Евангелием? Мы не видим здесь на улицах взрывов, мы не видим, что люди убивают здесь, мы не видим здесь, что здесь происходит открытое преследование христиан. Но, тем не менее, я наблюдаю, что, ходя здесь уже сколько много, мы находясь первая поездка, вторая и третья сейчас, проводя немало времени, я ни разу не встречал миссионеров, которые могли бы просто ходить по улицам города и могли молиться за людей, рассказывать им об Иисусе Христе. Вот я бы хотел, чтобы мы сегодня обсудили эту тему. Почему люди, почему не едут сюда миссионеры в то время, когда двери на Ближнем Востоке открыты, и двери в Турции, и люди, сердца людей, мы наблюдаем, да, они очень открыты и чувствительны к Евангелию. Вот поэтому мой вопрос, Николай, наверное, к тебе. Почему, какая причина, почему не едут сюда миссионеры? Ну, я думаю, есть несколько причин. Во-первых, есть традиционно миссионерские направления, да, существуют. И когда говорим о миссионерской работе, сразу приходит нам там Африка, Индия, может быть, в каком-то плане Китай, Южная Америка, да. Здесь это странно, как бы оно, ну, вроде бы, а что, с одной стороны, как бы Турция, как бы это, а для русскоязычных людей это вообще это место отдыха. Да, но второй момент, тоже очень важный, в христианской среде есть определенные стереотипы тоже. Вот, например, если вы не были никогда в Турции, но вы, ну, смотрите даже христианские веб-сайты информационные, тот же самый, например, вот InVictory, и время от времени вы видите, скажем, о Турции, что можно узнать, только когда происходит что-то негативное против христиан. Вот только тогда она всплывает. Там где-то напали на церковь, где-то кого-то убили. И хотя единичные случаи, они действительно существуют. Конечно, это не происходит в таких больших городах, как Стамбул или Анкара или Измир, да. Это какие-то вещи происходят, как правило, то, что мы называем в провинции. Здесь же в больших городах все намного спокойнее, ну, я бы сказал, безопаснее и работать возможно, но, наверное, есть стереотипы, какие-то представления, а может даже и боязнь. Да, в Турции там, ой, так это же мусульмане. А если мусульмане, то это уже все. Однозначно ты уже, ну, сразу это опасно, это смертельно. Хотя, как я сказал, в отличие от большинства или почти всех остальных мусульманских стран, здесь намного свободнее и в целом политически, и сам народ здесь намного более светский, чем можно ожидать в мусульманской стране. То есть большая часть населения, они светские, ну, они, может, какую-то дань отдают своей религии, но в целом они очень открыты. Да. И к ним вот ты начинаешь говорить, о, да, спокойно. Да, спасибо, Николай. Теперь, Александр, я хотел тебе задать этот вопрос. То есть, где миссионеры, где люди, где сегодня те посланники, которые должны прийти сюда для того, чтобы достигать в этой открытой для Евангелия стране? Где люди? Почему не едут сюда миссионеры? Почему не едут сюда христиане, скажем, с Запада, с России? А вот мы не наблюдаем этого. В чем причина? Ну, Павел, я думаю, что вот Николай прекрасно объяснил вот причины основные, почему мы не видим так многих приезжающих сюда, хотя это открытая страна. Но я добавлю от себя, что мы видим, что что-то начинает меняться. Вот вчера эта встреча, которая была, это были верующие люди, которые, ну, братья, мы имели прекрасное общение с Южной Африки и с Украины. С Украины. Да. Мы молились с ними, мы говорили с ними. И ты помнишь, как мы были удивлены, услышав, увидев, что в их сердцах Господь вот зажигает тот же огонь, как и в наших сердцах, вот по отношению к Турции, по отношению к Ближнему Востоку. То есть я думаю, что ситуация начинает меняться. И Господь, Он призывает
вот в эту землю и начинает влечь сюда тех, которые действительно приедут для славы Божьей, не для своей славы, потому что это такая медленная, может быть, долгая, но кропотливая работа, дружить с людьми, общаться, любить их, принимать такими, как они есть. И я думаю, что здесь большая опасность случайных людей есть. Здесь можно приехать и очень сильно испортить. Вернее, малая опасность случайных людей, ты хотел сказать. Да. Здесь не место, где делать шум, не место, где какие-то производить перевороты. Здесь Господь, я верю, что Он уже начинает готовить и говорить сердца многих, призывая в эту землю, чтобы трудиться здесь. Да. Вот поэтому мы верим, что эта земля, она не забыта Господом. И когда мы начинаем копать историю и наблюдать, что об этой земле, где мы сейчас находимся, мы читаем в Деянии апостола, мы читаем о семи церквах, которые были здесь в Турции. Да? Все они были здесь, находились здесь, где-то полыхал огонь Духа Святого, здесь были сотни тысяч верующих людей, ступали ноги апостола Павла здесь, на этой земле. И как сегодня мы можем сказать, что у Бога забыта эта земля и забыты люди, которые здесь живут? Поэтому мы верим, и Господь дал нам это желание, открывает наши глаза, что на этой земле Господь начинает уже, как ты сказал, пастор Алекс, уже начинает сдвигать этот лед, и единица по единице приезжают сюда люди. Конечно, это же капля в океане для того, чтобы слушать Божий голос. Мы также здесь эти дни находимся, служить людям, встречаемся с турками. Но также наши сердца открыты в молитве и в слышании голоса Духа Святого, что мы не принесли сюда свою программу, но пришли для того, чтобы слушать, как Господь желает здесь, что Он хочет здесь делать, какие пути, методы Он хочет дать нам для того, чтобы принести Евангелие и рассказать людям о живом, реальном Иисусе Христе среди туркоговорящих. Поэтому у меня следующий вопросы сейчас будут. Николай, вот сегодня нас смотрят люди, которые, возможно, были, ты сказал, что тропинки протоптаны в Индию, в Африку. Почему? Да потому что мне кажется, что намного легче приносить гуманитарное Евангелие, когда вот привезти обувь, хлеб, накормить и через это показать Божью любовь. Но здесь существует нужды в этом, да. Потому что здесь другая плоскость евангелизации. Здесь нужно служить в силе Духа Святого, здесь нужно служить в дарах, здесь нужно ходить в духе, много молитвы нужно, потому что Турция, кстати, это очень экономически развитая страна, да, Алекс? Поэтому вот если сегодня смотрят молодые люди сегодня, или неважно, где они смотрят, и мы верим, что эти программы, почему мы их делаем, потому что через просмотр этих программ наша первая цель, чтобы рассказать людям, сказать, дорогие, двери на Ближнем Востоке и в Турции непосредственно, они открыты для Евангелия. И второе, приоткрыть завесу через эти программы, что мы здесь, нас никто не бьет, нас никто не угрожает, мы не видим взрывов и терактов здесь, но мы здесь через эти программы, чтобы достучаться Богу, дать возможность достучаться в ваше сердце, дорогие. Молодые люди, девушки, парни, которые сердце горит для миссии. Я хочу сказать, если вы приедете в Турцию, если вы приедете, начнете служить среди этих людей, я вам гарантирую, что вы влюбитесь в этих людей, и вы никогда не останетесь прежними. Поэтому Африка, слава Богу, Индия тоже, слава Богу. Но это протоптанные тропы. Сейчас мы говорим о том, что люди в Турции здесь, да, Александр, они ждут молодых, посвященных, англоговорящих, русскоговорящих людей, которые могли бы прийти сюда на год, на два, на долгосрочные планы, просто прийти и жить здесь, общаться. И мы говорим вам, друзья мои, что ваша жизнь никогда не будет прежней, и жизнь многих турков здесь, она будет также достигнута Евангелием Иисуса Христа. Да? Ты помнишь, с прошлой поездки мы брали с собой моего старшего сына Даника. Даника, да. И как он загорелся, как он просил сейчас, вот, возьмите меня с собой, я хочу поехать с вами. Но он сейчас учится, у него, да. Я сказал, нет, ну, да ты пока учись. Там. Даник, следующая поездка будет у нас с тобой обязательно. Ты с Израиля присоединишься к нашей, скажем, многонациональной команде, потому что Николай представляет американский континент, миссионер с Америки, я кипрский, потому что я на Кипре, а пастор Алекс представляет Россию, да? И, как вы слышали в программе, ты сказал, что вчера были представители с ЮАР,
Южной Африки. Славяне. Славяне. И были также с Украины. Но это, да. Это единицы, дорогие. Это всего лишь единицы. Маленькие капли в огромном океане, которые приезжают сюда. Поэтому я хотел бы вот опять возвратиться к нашему вопросу. Вот, чтобы приехали сюда молодые люди, что можно сказать сегодня каждому, кто смотрит с молодых людей, и он боится, возможно, у него страхи, возможно, он насмотрелся новости, что здесь ужасное место. Что ты можешь сказать этим молодым людям? Ну, во-первых, первый вопрос, который возникает о поездке в любую страну, это вопрос языка. Что здесь особенно? То, что здесь с английским языком, ну, особенно, опять же, в большом городе, такой как Стамбул, да, и, наверное, другие большие города, очень большое количество людей говорят, понимают по-английски. И также, что тоже удивительно, когда приезжаешь в Турцию, да, сколько много людей по-русски понимают. По-русски, да. Это удивительно. Каким-то образом, может быть, потому что много туристов здесь из России, кто-то учил, очень многие были. Мы каждый день встречаем людей, кто были в Москве, в Питере, еще где-то. Поэтому, даже зная английский и русский язык, этого достаточно для того, чтобы многих-многих людей затронуть. Это первый момент. Второе, надо еще понимать, что если приехать служить сюда, это не такое место, где проводятся массовые евангелизации, многотысяч. Нет. Это все-таки тут своя специфика. Да, это действительно мусульманская страна. Поэтому здесь работа идет на один на один. И это то, что может любой человек делать. Каждый когда думает, как миссионерам ехать где-то проповедовать. Там. Ну, это не такая ситуация. Ты идешь по улице, ой, привет, зашел в магазин, в ресторан. Ты начинаешь общаться с людьми, начинаешь свидетельствовать, люди открыты. И вот такое здесь служение, как бы такую особенность имеет. Поэтому я думаю, что любой человек, у которого есть это в сердце, да, желание вот поехать послужить, ну, скажем, даже не имеет большого опыта, служения, там, каких-то больших навыков. Тем не менее, вы все равно можете быть здесь эффективными. Да. Спасибо, Николай. То есть два поинта ты подчеркнул. Первый – это то, что вы должны быть русскоговорящими и англоговорящими. Ну, да? Это для лучшего варианта, еще лучше турец. Но и второй вариант, что вы не должны иметь богословское образование, вы даже можете не уметь проповедовать, да, как мы привыкли, что миссионер, он обязательно должен проповедовать. Вы здесь научитесь. Да, но здесь, да, из уст в уста, понимаете, когда вы встречаетесь, смотрите в глаза, пытливые, жаждущие глаза турков, вы увидите, как написано в Евангелии, Христос посылал учеников, сказал, не заботьтесь, о чем говорить, потому что когда мы начинаем, наше сердце полно любовью к людям, сам Дух Святой начинает говорить и проявляться. И мы знаем, что говорить, мы знаем, как заводить дружбу и что им сказать. Пастор Алекс, ну, теперь ты скажи. Да, друзья, это Восток. И вот в этом слове, наверное, все, что здесь восточный вот менталитет, восточное отношение. То есть здесь люди, они ценят вот эти отношения. Ко мне один есть брат, турок, на турецком Кипре у нас. И он ко мне как-то подошел и говорит, пастор, ну, мне нравятся твои проповеди, ты прекрасно проповедуешь, все. Но для меня, говорит, самое важное, это вот наши отношения, что мы дружим, мы любим друг друга. И, наверное, здесь я бы сказал, что если ты любишь людей, если ты любишь общение, любишь дружить, любишь общаться, любишь вкусно покушать также, и здесь прекрасная еда, то, возможно, знаешь, уже Господь тебя готовит для этого места. Прекрасно, спасибо, дорогие. Вот поэтому мы приоткрыли вам небольшую завесу сегодня. Спасибо, что вы были в этой программе с нами. И мы вещаемся. Город Стамбул, известный бывший Константинополь, Цареград. Сейчас он Стамбул. Сколько историй здесь? Сколько? Посмотришь на каждое здание, практически оно говорит об истории тысячелетней давности. У нас осталось буквально несколько минут, друзья. И наша основная цель сегодня, почему мы вещаемся и обращаемся к вам, потому что двери здесь, сердец людей среди турков, они открыты, и русскоговорящих открыты, чтобы слышать Евангелие и слышать, кто есть Иисус Христос. Дорогие, мы приглашаем вас. Наше сегодня самое основное воззвание или обращение к вам – приезжайте в Турцию. Приезжайте служить среди русскоговорящих и также туркоговорящих здесь, на этой земле. Есть практические шаги, как это осуществимо. Вы можете сконтактироваться по телефону, который на вашем экране, а также по адресу.
электронная почта, которую вы видите прямо сейчас. И у нас есть пастор Алекс, конкретные шаги, где эти люди, молодые парни, девушки, которых касается Господь, и стучится. Я верю, пастор Алекс, что у Бога есть эти люди. Они есть. Это мы не говорим о тысячах, мы говорим о единицах. Но, возможно, даже сейчас, через просмотр этой программы, Господь стучится к вам. И вы слышите Его голос, что твое место служить среди мусульман. Мы приглашаем вас. Турция – самое благоприятное место для того, чтобы рассказывать людям об Иисусе Христе. И у нас есть большие возможности для того, чтобы, когда приедут молодые люди, провести им тренинг или такое, скажем, подготовительное условие создать, где они могут чуть-чуть побыть, пообщаться с русскоговорящими здесь на Ближнем Востоке, побыть в вашей церкви и чуть-чуть влиться в это служение, да, здесь. А поэтому есть все для этого условия, друзья мои. Пусть Бог благословит вас. И мы еще раз хотим сказать, что большой привет и благословение посылаем вам с турецкой земли. Мы вещаемся с вами или вещаемся сейчас с Турции, Стамбула. И пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы были сегодня с нами.